Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Но вы знаете, очень много тысячелетий эта проблема была ключевой в общественных дискуссиях. И мы знаем, сколько мудрых голов на эту тему думало. В свое время так зародился буддизм, великий наследник одной из богатейших фамилий в Индии пошел в народ и ужаснулся, как плохо живет народ. И он пытался помочь народу, он пытался найти ответ, в чем корень счастья, как сделать народ более счастливым. Он не нашел ответа, и в результате родился буддизм, в котором ключевая идеология, которую он заложил, это отказ от желания. Он не увидел способ реализации этих желаний. Люди хотят быть счастливыми, они хотят реализовывать свои устремления, а способа реализовать все желания не существует. Способ производства, экономический способ производства, о котором мечтал Маркс, еще не реализовался, и поэтому нужно работать. И не факт, что каждый получит эту работу, и не факт, что каждый получит желаемую заработную плату, и не факт, что будет удовлетворен от этого. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем? Великий министр юстиции Китая Конфуций начинал как великий демократ, а кончил как человек, который придумал целую теорию конфуцианства, которая создала страты в обществе. Страты. А великие мыслители, такие как Лао Цзы, придумывали свои теории дао, зашифровывая их, боясь донести до простого народа. Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Вера Светлана, скажите, вы меня поддержите, может быть? Не уверена. Я не думаю, что страшно.